Так скучно в ПВЕ становится. Че, я убью его. Настолько скучно, что мы сегодня не смогли пройти босса. Ну это пардон. Ну да. Робот для слабаков. А меня прикольнуло то, что он упражнения всякие делает. Ну, физру. Я не видела до этого таких боссов. Ну зачем? Ну, какой смысл вот? Смысл пораньше закончить, пораньше уйти. Ёж, где ты? Ну и так убили бы. Зачем это дерево? Я в кухне. Убили. Кстати, в оглашении даже глыбы не поставить. Классно на аркана триня. Кажется, не только на аркана. Ну, почему? Ну, всем, кому надо хоста, это топ. Монете плиз пишет. Ну, суманем. Мы идем дальше. Так, краш ты ставь. Портал. Ну, что думаете, есть баг с этим? Или убрали? Военным. Офигеть, я сейчас посмотрел, у нас есть ачивка, которую мы теоретически можем сделать. Точнее, мы ее давным-давно уже должны были сделать. И почему мы ее не сделали? Теоретически что? Она у меня есть? А, нет. Десятки нету. Странно. Убейте Летхиба, не убив ни одну спор. Интересно. Десятки можно, до спятки, когда будем овергирные. Да везде овергир лучшие ачивки эти. Ну, с овергиром разве это интересно? Ну да. Ну так и придем до 70 сюда вспомним. Блин, твой пес агрит все, что видит. Пан. Приведи его сюда, хоть с крышем подъем. А, он даже не видится. Ну ладно. Я просто в этот... В Вовку играю, не знаю сколько, 13 лет уже где-то, даже больше. Офигеть. Прям как... когда слышу, сколько вы играете, понимаю, насколько я младше вас. Ну, мне 14. Тебе 14? Ой, моя бабушка тоже говорит, что ей 18 лет. Блин, я не настолько старый. Хотя иногда понимаю, насколько я старый. Когда внуки приезжают, да, Саня? Да, да, да. Понимаю, что я старый, да? Внуки дают понять. Когда внуки говорят то, что их дети скоро приедут. Ой-ой. Вот, можно померить на этом, на лоскутике. ДПС, думаю. Нету практически. Вот, пуля. Ну, ты померьте. Ладно, мне не привыкать. Я уже третий на Ксромакс. В начале боя с лоскутиком начинаю ману регенить. Ой, ой. Это нормально. Давай я тебе дам. Мне ДПС не важен. А как у меня вообще агро набиралось? Вот. От хила. Я не хилила в том-то дело. Ну, частица была? Ну, немножко. Ну, что ты за частица? У нас не умирающий головного мозга. А может умирающего сделаем? Умереть на каждом боссе.
Если бы была такая ачивка, то мы в каждом инсте бы получали. Теперь я, кстати, понял, почему Войт нам вечно говорит, типа, ложимся. Это потому, что мы ачивку просто не сделали. И он такой, типа, блин, надо же умереть. То есть, вот, вот это первым делом надо сделать. О, я это делал, кстати, на этом. Это надо будет сделать. На X2. Блин, сижу и думаю, почему у меня ДПС... больше, чем у вас. Оказывается, у нас этот, блин. А, как его? ДК. Анхолик. Да, да, анхолик, да. Оказывается, у нас. А я сижу такой, типа, где все? Я че, пьет? А сейчас экзекутка фаза будет. А, без разницы, у меня в экзекут фазе тоже ДПС больше. Мне, кстати, да, больше нравятся вот всякие ШП и элемы, которые, ну, стабильно дают ДПС. Если там вначале там арканы, комбаты начинают прям сильно бурстить, то спустя время там Роланда или кто-нибудь еще, ну, или мы подтягиваются уже и как бы стабильный ДПС. А вот я помню, когда ходила в 25-ку, и мне говорили, типа, ну, людям говорили, типа, мирик, если ты. Зачем этот двигач? Не знаю зачем. Быстрее хочется босс. Чтоб поближе было к боссу. Ой, к этому, ну да, к следующему боссу. ДПС теряется. Бармакуга там теряется. У меня вырастает. Это, блядь, тотемы переставляются, всю херню и каст, блин, сбивается. Сори. Сидит ха-ха ловит там. Кстати, забавно. А мы страдаем. Забавно, но я так качался в этот на классике, типа, где-то я увидел то, что как максимально быстро прокачаться. И там говорили, типа, ну вот hit and run, давайте, вперед. Я такой, ну окей, сейчас, блядь, я сделаю вам hit and run. Ну, короче, когда я там прокачалась, меня, знаешь, как вы там обзывали, когда я так мобов таскал? Блин, они ушли, а мне бежать. Ой, блин. Опа, сапоги. Сапоги. Опа, распылить. Не, не надо. О, ёж бежит, спасибо большое. Левитация, кстати. Как я могу тебя бросить? Ты же это креветочка. Камычка. Ну, это будет лук высок. Будет да локу, Влад. Даст. Да когда-то выпью, потом другие. Где-то есть... А, это кожаные с хвостой такие же. Только 13. Ёж, я тебя обгоню. Меня так прикалывает, как вот нежит бегает. Ну, это как мой Рога в инвизе, короче, бегает. Который Таурен. Таурен. Ага, да. Знаешь, ещё так подключаешь, как там... быстро ходьбу или что за... И смотришь, а он в инвизе так... Кто пока нет мобов? Я? У меня фреста нету. Базука прокатит. Бармалюка, оковы там небес, оковы земли оставит. Я раньше не понимал, почему играют люди на нежити. Ну, типа, уродская же раса. Ну, я так думал раньше. А потом как-то я увидел китайский клиент. А в китайском клиенте нежить, она, ну, такая, типа, как человек. И я такой, блин, вот это реально по-уродски выглядит. И как знак солидарности
я начал играть на нежити, и меня так зацепило эта раса. Теперь у меня просто любимый. А вы знаете забавный факт, кстати, вот китайцев и... Это назад беги, Роланда, это... Есть такая фишка, короче. Кто взял и диспелил? Вот кто? Я. Зачем? Я захилила. Ты диспелил? Ну, захилила. Немножко сзади стой, Хайек, даже если босса не провожу. Потом плюнет два слизня. Забавный факт о китайцах и нежити. Вы знаете, вот эти боссы, лоскутики, да? Все увидели, да, что у него живот этот такой разорванный. Ну, там, короче, дыра. Типа кишки видны. А в Китае запретили эту фишку, и у китайцев, ну, как бы он зашит. Потому что это, типа, какая-то там моральная часть. Да, у них цензура запрещает все скелетов, там, открытые части, типа, органы, все такое. Воу, что? И мы не умерли? Это босс, короче, плюнул в рейд. Вот это мы сильные. Что, это будет продолжаться? Не пойму. Что за... Когда починить? Попробуйте зауешить трэш. Гимн на ману читаю, бурмалюги мана нет, тотем ставь. Угу, ясно. Креточка, молодец. Я в спину, да. Ребят, ну... Прям такие очевидные смерти. Ну я, короче, в себя всосала урон. Это хорошо. Когда вот эти вот маленькие трэш вышел, он прям на меня побежал. Я, блин, бабу ужала, он не жался, ну пофиг. А, он решил под конец нам все испортить, да? Ах уж. Ты че, убил? Краш-тест, давай домаш. Я вытащу. Ну, блин, в самом конце взял, харкнул, блин. Чмошник. То есть снова он харкнул? А? То есть снова плюнул? Да, он в рейд плюнул в конце. Антреш. Позит. Слышно, нет? Очень плохо. Очень плохо, да. Слава, ты тут?
Лава тут. Он офнулся. Ну ты скажи нам, а мы передадим ему. Приветочка, я тебе, кстати, резнула. Что там, кого добирать надо в гильдию, Слава? ДД, хилы. Милики со успехом танка. Если бы еще добирались люди, которые в рейды будут ходить, а не которые просто сидят, как пидоры, блядь. Никуда не заходят, просто онлайн заходят и все. А то, блядь, ник вижу, глаза мозолит, на РТ не вижу. Ну вот приодеть бы Зарика, Рика и Раджерка, вот, считай, три хороших рейдера был. А вот где они сейчас? Зарик по героикам ходит, Рика, наверное, на работе сегодня. Раджерка, не знаю. Может, а что, у Зарика сколько и там лава? 180 чем-то. Сразу починитесь. Я помню, Роланду взяли в этот танкс десятку. У нее было 174, что ли, item level? Это 163 было. Типа, вот где настоящий профит. Будь здоров. Да. Креветочка, кстати, и из Дискорда вылетел. В девятером. Сейчас, он обычно пишет, что такое. Ну чё, убьём в девятером. Я не думаю, так, что... кошка-мурка, давай. Да. А, он написал, что ему нужно отойти, оказывается, в Дискорде. Короче, да, нужен РДД, давайте Зарика хилы, я понимаю, да, в гильдии? Давайте Зарика возьмем, да. Угу. Так, берите Зарика. И танк, да? Да, да, да. Нет, танк не нужен, у нас мейн танки есть, нам нужны люди с оффспеком танка. Ну, или просто милики, которые готовы танчить, мы их просто оденем, как бы. Ну вот, сколько людей добрали, которые оделись. Вон, я не знаю, правда, будут они онлайн или нет. Каф. Блин, что-то не пойму. А, я вообще ассиста его накидала. Или вообще лидера. Так. Да, кто так делает? Ёж, ты? Чё? А, базука. Зачем мне рейд пишет, Зарик, мне? Я, главное, в этот момент я делал кое-что, действительно, но у меня микрофон был выключен. Если что, кое-что это жевал, а то... Я знаю ваши пошлые умы. Ну вот ты сейчас уточнил. И что-то не то пошло. Все помнишь, как на классике. Хайк. Я сейчас дисплейну. Иди. Иди сразу. Не стой на месте. Ты можешь бежать. А, он залагал у меня на месте, ты. Или у меня лагает. Не-не, он, кстати, у меня тоже часто на месте бежит. Там, да, звук далеко. Говорят, хайк, если стоять. Боже.
то сдохнешь. Вот где я ХПС набиваю. А чё с Хайком? Он вылетел, видимо. В луже стоял. Блин, базука. Выйди, да, просто выйди. Я диспельну, сразу возвращайся. Чтобы время не тратить. Вон, вправо выйди. Чё, рейлит пятый раз, наверное? Четвёртый точно. Возвращайся. Ты ему понравился. Иди, иди. О, что-то ты далеко. Нет, уже. Ладно, пофиг. Странно, что мне ману не тратить. Все, любовь прошла. Базука, ты расстроил? Мне уже даже как-то непривычно. Знаешь, мне понравилось. Просто бегаешь, но не дамажишь. Это как-то удобно. Ну-ка попробую. Это еще в лужу забегу. О, ты... Да. Ты забегала лужу? На полу. С тебя. А пропала на полу? Ну, КД. Видишь, они все пропадают. Пофиг. Ну, блин. Зарик, выноси, дружи. Все, отходи от нас. На теории была, как будто лужа на лужу. Посмотрите, ему шмотки упали. Ну, кольцо, да, может брать. А, я думаю, что меня дамажит. Я в лужу стою. Зарик, так, слышишь, если тебе что-то надо, ты просто нидай. Тут как бы, ну, как мы раньше играли. Если что, там, разберемся. Тут шмотки можно передавать, даже если ты за он нидой. Он не здесь. Прости, что перебила. Ой, распылили, ё-моё. Ну пиздец, вы гоните, конечно. Ну, у нас не первый раз говорится, типа, не были шмотки, чтобы такого не происходило. Ну там же голды, вы чё, там пипец. 114 даже теперь. Так мне всё равно на почту отправляют, я в ГБ кладу. Как бы такое себе. Не, просто, ну, наоборот, сарказм, типа, ну это ж бред, ну нахуя вам это? Не знаю, я один раз так бомбанул из-за этого, типа кинжал распылили, блядь. Там, я бы до сих пор с этим кинжалом ходил, до сих пор. Прошло 2 месяца. Просто как распылили. Хайп вылетел. Так, он в Дискорде ничего не писал? А он в Дисе с нами сидит. Как у тебя дела, Хайк? В гостиной можете написать. А, мне кажется, может быть, у Зарика нету этих прав в Дискорде. А, в Дискорде? Сейчас я его этот... Нет, киньте, пожалуйста, у кого на компе Дискорд? Киньте, пожалуйста, ну, в речат Зарику этот канал наш. Ой, ну, Дискорд наш. Этот, питомца на пассив поставь. Еще что-то хотел сказать, забыл. Не распыляй шмотки, вот. Тут как бы мелких взяли, чтобы одеть. Не распыляй вообще их. Не откажусь, жми еще. Так, Хайк заходит. Давай шкаф ставь, мы быстрее засмотрим. Вообще никогда в рейде не нажимайте распылить. Никогда вообще. Ни в одной версии. Ага. Да, хватит, версии. Тоже сказали. Мне просто с этого вообще бомбить. Просто есть... Ну... А? Напишите этот, в поем, кто... Таунти будешь же?
вот этому в ПМ напишите, кто это такой, я не знаю. С чего я должен на вопросы отвечать того, кого я не знаю? А кто это такой вообще? А что за вопрос? Просто не обращай внимания. ЧС все. Сейчас я напишу, что надо. Напишу, хули надо. Я ЧСом не пользуюсь. Зарик, смотри, короче, играем, как мы на БК играли в нашей пати тогда. То, что надо, все не даешь. Тут шмотки можно передавать в течение 2 часов, поэтому если что-то вдруг кто-то сролит случайно, можно, короче, добазариться. Короче, тактика Сируса, видишь все, что видишь. Да, только ни в коем случае не нажимай распылить. Не-не-не, это не Катя, ты домашняя, я покачу. Хаек, короче, а он снова вылетел. Ладно. Что, он его дудосит? Я пока не могу использовать эту способность. А, у тебя есть еще, кстати, скилл, который диспелит с босса. Ну что-то там. Ты же... Можешь берсу снимать, Зарик? А меня слышно? Транквил, да, Зарик, транквил, давай. Диалог, конечно, у нас с этим чуваком вообще странный. Я тебе пишу, я ему пишу, что надо. Он пишет, ты кто? Я говорю, а тебе что надо? Он говорит, а тебе? Я говорю, узнать, что тебе надо. А оно тебе надо? Это мне и надо. Сейчас как спрошу, так прозреешь. Я говорю, так спроси, этого же и жду. Я не понимаю, Волн мне пишет такое. Че пишет? Как писать макросы, чтобы они тут работали? Привет, ты тут? Куда? Есть макросы у тебя? Я ему пишу, ты кто? Смотри, он увидел хорошего друида, увидел и спрашивает у него. У меня тоже подходит, люди спрашивают. Как он увидел, блядь, через что он увидел? Я в инсте, блядь, как он увидел? Вот как он, блядь, увидел? Через что он увидел? С чего он решил мне написать? Как он понял, что я хороший, блядь? Ну как, блядь? Ты что, на допросе у прокурора? Я хуй знаю, вообще странная хуйня. Не знаю, мне точно так же пишут, Войт. Дебил какой-то. Мы все какие-то когда-то такими были. У нас, кстати, в гильдии... Кто-то в гильдию присоединился, помните? Базуки он подарил очки, по-моему? Его Войт кикнул. Он АФК шел, не заходил в игру. Ведро. Очки? Какие очки? Это Войду подарил очки. Не, рейды не ходят, зачем мне их буду смотреть? Короче, так он даже не заходит в онлайн. Я его в гильдию пригласил. А до этого он с кем-то связывался. Потом я ему еще писал, когда в гильдию его пригласил. Типа, о, да ты популярная личность. Блин, не помню его ник. Ну, значит, мы про разных людей говорим. Ой, базука сдох, вот, там я, этот кайт. Короче, не тот макрос прожал и... Сейчас я попытаюсь катить. Хиль мобов. Поставьте кого в земле. Поставьте оков земли. Добивайте моба. Хан, давай. Трапа откатилась, а то я сейчас сама откачусь. Сейчас добьем их, сейчас добьем их. Ух, пронесло. Сегодня.
Сейчас заберу, заберу. Я его полки. Кем ты это делаешь? На какого он минуту стоит? А, там все уже. Ага, все интересно. Вот тебе сапоги на Илэйл. Отказаться. Да, конечно. Короче, ему интересно, как сделать макрос, чтобы уходить в инвиз на друиде одной кнопкой. Тоти, я ставлю на тебя метку, все смотрим на звезду и бежим за звездой сейчас. Все в куче прям в толпе, как на Ксромасе. Давайте слаженная работа. И побежали. Раз, два, три, раз, два, три. Войт, ты танк. Важно. Давайте. Да, мы суманем, суманем. Сейчас мы заведем оба, добьем его и суманем. Хотя ты можешь за это время бежать. Но лучше стойте там, чем загореть миллион мобов. Сейчас я в изгнание покидаю. Можно пати тем временем раскидать. Не, мы не на танцах. Мы этих мобов скипаем. Шкаф сразу ставь. Мы на кулинарном шоу. Бафайте базуку. Аексмон. Типа пати раскидали, будет раскидал, а будет помощник. Ладно, я сама сейчас будет. Народ, сейчас на секунду на альта зайду буквально вообще, минутка. Да, я пока... Нет, Дарик, мы уже закрыли, сколько, два крыла. Ты на этого босса заходишь или просто заходишь на цинка? Не-не-не-не, я на секунду просто там реги перекину. Этот. Первая налево, вторая направо. У него нет бафа, через середину пройдите, я каску бафну что-то. Лево минус, справа. Это что-то. Как вы их ставите? Этот, Денис, а ты у нас единственный на роль танка. Представляешь себе? Говорят, можно танком паладином зайти. Уже готов. Окей. Тут-то я... Да, хорошо. Один телек на сумон, а тут Ёж рядом стоит.
Нет, Войт там сейчас. Ладно, за сумманием, он спекается в танка. С чем ты играешься? Он стоит. Под мобом. Так, типа РЧ. Базука и наш, кажется. Первая пати справа, ой, слева, а вторая пати справа. Сейчас буду слежать. Ой, да-да-да-да-да, хилю. А дайте хоть здесь ачивку сделаем, ё-моё. Ну это от каждого теперь будет зависеть. Ачивка вообще простая, просто... Как только увидели, что дебаф поменялся, сразу перебежали. Вровень идем нормально. А слева минус, справа плюс, как обычно. Слева минус, справа плюс. О, Ёша, перышко кинешь? Да, кину справа больше, слева я стопну. В два раза больше. Короче, по сталагу. Стопните по сталагу. Стопните по сталагу полностью все. Я, короче, смотрела хп одного и того же моба и думаю, блин, как-то ровно идем. Один в один. Да-да-да. Ждем, еще ждем. 100 тысяч, да? Все, поехали. Нет. Поехали. Пока опыт вам все дела. Давайте бурстим. А вы тоже бурстите. Так. Пёрышко. Раз. Ниже тебя два. Так. Блин, если так. Слева минус, справа плюс. Можете бить моба уже. Короче, один прист максимум 5 перышек может дать. Учитывайте это. А еще, когда. Вот сейчас, короче, левитацию снимайте с себя. Слева минус. Там по Агере. Ну как скажете. А ну после каста, после каста поставим. Смотрим на дебаф. Обижали. Ладно, хилим. Ха, забавно. А я уже урон получил. Или это не считается? От чего я столько урона получила? Вероятно, это... Как ее называют? Да, молния. В одну меня? А, да, в одну тебя получилось больно. Ой, а если сделать так? Прикольно. Я что? Блять! Что ты сделал?
Кстати, на Сапфирона будет прикольно, он такой большой, это будет поменьше. Бежим. Я не знаю, что делать. Боже, блядь, зачем я вообще что-то говорю? Боже. Этот, за танки? А, нет, тут полтора ляма осталось, в принципе. Ай, блин. Это ха-ха. Не, подождите, шаровая молния. Это... Сагрил босса. Ну, тебя прям сильно прилетело. Вот что такое шаровая молния. 22 тысячи. Вот что такое шаровая молния. Не знаю, вот мне прилетела шаровая молния. Бабу, или что там тебя пробивает? Кира? Вот шаровая молния, видно? Да, видно. Кстати, я переагрил? Да, я что-то переагрил. Никогда не переагрил, а тут переагрил. Видели, да, как Слава меня лайпанул? Все бывает. Первый раз. Вон штанишки и хантон. Зашибись. Я вас резну, но вы 6 секунд подождите, не вставайте. Ну зачем резать? А, вы да, можете сами встать. Типа логичнее. Так, что нам осталось? Военный кажется, квартал. Было прикольно, если бы это была Souls игра, и когда ты рессаешься не здесь, а на кладбище у под города. И типа ты должен заново весь путь пройти, чтобы до суда дойти. Кстати, насчет жизни, мне так прикалывает, что тут как бы бесконечная жизнь. Типа реснулся и дальше себе бегаешь. А ну, типа там тамагочи сдох и все заново начинаешь. Даже не говори про тамагочи, это вообще больная тема. Ну я готова пулять. У меня есть мана. Сейчас я еще забафну. Ты спиздила мой тамагочи в детстве? Я? Да. А кто мою спиздил? Или я твой спиздил? Не помню. Я поебали, по-моему. Сначала зелёного, потом белого. А этот... Иди таунти. А, да. Пан. Войд вылетел. Пока мафы каши малики качаются. Он крутится, стоит, ё-моё. А лики вообще существуют? Я очень долгое время играла за Альянс. Мозгами. По-моему, есть одна раса, Орда. А, я поняла. За мной прицепились. Один вылетел, другой прицепился. А я говорю, пуляйте. Танки, да, разрывают. Завтра постараюсь на РТ прибыть вовремя. Завтра? Я надеюсь, завтра 25 поставят. В плане не просто поставить, но еще люди придут.
Здесь говорят, надо агрить трэш весь. Даже снизу тащить. Так, мы все равно вниз спустимся. Принят. Легко. Ловить. Ёж! А? Кто там? Кто чё, где? Ёж, ты... Как это пустил? Я здесь стою. Он пошел по лестнице спускаться. Ё-моё, ты, конечно, красивый. Ну смотри, смотри. Стой теперь, хиль. Что-нибудь, а босса сагришь, да? Нет уж, конечно. Чё, дурак? Я рассчитываю наши силы. Вы сильнее, чем вы думаете. Где мои боешки, не пойму. В принципе. А там коняшки уешен, да? И салки, да? У кого-то есть готовый реферат по истории? По истории Беларуси пойдет? Не-не-не, у меня там темы, знаете, какие? Вот эссе я думала писать, но, блин, столько страниц я не вытяну. Ах. Вот пипец, вечно. Так кончик захотелось, пипец. Поворот. Вот вечно говорят про вот эти вот всякие свои там курсалы и все дела. А я вот так вообще не понимаю, как бы пытаюсь поддакивать, как будто да, это было сложно. Я был студентом, так сложно было, конечно, вообще курсалы. Ну я вот, это будет на моем первом курсе, первый реферат, как бы, я еще ни разу не делала. А дедлайн кончается завтра, ну, во сколько там? А я с вами сижу. Поэтому я вот на всю ночь уже планирую, что делать. Для меня это первый опыт вообще. И поэтому ДЗ я каждый раз делаю. Вообще-то стипендия как бы. Все зависит от стипендии. Если бы у меня стипендия там 1000 была, я бы не делала ДЗ, нафиг. Не сдалась бы. Ну, ману резайте. Бармалюга, заходишь, короче. А если я буду таунтить моба, в принципе, хилить не надо будет, да, будет? Я могу в этой букашке посидеть. Да, я забавлю. Похилишь, да, бармалюга? Понравилось? Че, пуляем? Вспоминаем, что надо делать. Да, чекайте, что там в конце за бред вот этот вот с бафом. Да блин, Войт, у меня щит еще не кончился. Подожди, а он в десятке есть? Разве? Теоретически должен быть, да. Я держу мама. Так, Войт, хиль.
А вот есть же, типа, Некромас, или как там, Стритхолинг. Потому же. Где там посох Медива достается? Так это на классике только было. Сейчас же на классике нету Некромаса, только здесь. Поэтому блин, посох блин уже... меня бьют. Класс. Блин. Никогда там не была, но очень интересно. Хотела бы сходить. А, я была на X10, там где еще часы, что-то там такое, да? Нет? Я инсты путаю. Сейчас щит откатился, сейчас там учу. А если ученик сдохнет, что будет? Офига, Войт тоже решил потанчить. А ну, давай сюда. Да, покажи. Вот эта боевишка сейчас опадает. Люблю. Но не мне. Мне это нужно. Перчатки. О! И огорание. Разрушительный крик 6200, 6400. Ой. Что такое? Я чихнула. Дайте портал. Это, регов нету. А, вот тут Джесс же был. Базука не откатился, Джесс? Ничего нет. Надо, вот, не надо. Я тебе в ГБ положу сейчас со второго окна. Уходи, трэш дальше, Апи. Ща-ща-ща. Я в игре, а я приведу. Принесу. Я. Реки. Денис, у тебя власть белая, сильная. Напишите, что власть не та. Денис! Подъем. Власть. Шепот. Власть. Кто такой Денис? Денис, это пан. Кстати, Ёж, я твое имя не знаю. Вот только Ёж. Александр. А, Саша? Так, Базука тоже Саша. О, прикольно. Базука Саша, а я Александр. Да, 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 да. Будешь просто Шура. Ну, пиздец. Скажи, хотел как лучше, да? Ну. Давай я волос. Че, минуточка, я положу Реги. Не, в 20 я был Саша, а теперь я Александр. Как, какие деньги нужны? Мне как-то клиентка, у нас же клиенты такие старенькие, в основном бухгалтера, и как-то раз клиентка мне говорит, типа, вас как зовут? Я говорю, Александр. Она такая, Саша, Сашенька, а сможете мне помочь? Я прям грубым голосом, Александр. Она такая, да, сможете мне помочь?
похилю и отдам Тирене. Да, в принципе, можно было крячу, а вышел сетипка. Так, со мной останется Фан, я и какой-нибудь Ёж в первой комнате. Не, Ёж пускай туда идет, я пойду в первую, у меня там касты сбивают. У тебя Роланда есть, иди туда. Все. Так что там типа у Ёж, это ты такой тканевый немножечко. Тонкий. Так нет, я просто... Я в первой комнате лучше поживу, реально. Мне, по сути, без разницы. Ну, давай пускай я здесь. Лок, поставь, пожалуйста, шкаф. Это Хантас в нем. Я тебе не сулили. Обмен. Хватит на 18 лайков поговорить. Так, здесь стоит я. И Шурик. Базука, ты остаешься, короче. Не-не-не-не. Так, срочно отойду на минуту. Вот сюда, там, где большинство, там, где крестик.